Общая строительная готовность школы номер 3 в микрорайоне Заречном уже 60%. Глава округа Андрей Булгаков посетил учебное заведение, чтобы проконтролировать качество проводимого здесь ремонта. Он идет согласно графику. Как и планировалось, школу откроют 1 сентября этого года. Сейчас ремонтируют фасад и входную группу. Также проводится монтаж инженерных сетей, водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляции. Останется выполнить кровельные работы, оштукатурить стены, уложить плитку и установить двери. Параллельно продолжается и ремонт так называемого открытого стадиона. Здесь можно будет проводить кардиотренировки и занятия на тренажерах для всех групп мышц. По завершении отделочных работ школу оснастят современным оборудованием. Сюда завезут новую мебель. Напомним, капитальный ремонт в этом учебном заведении начался в феврале. Он проводится в рамках государственной программы «Развитие образования».